Чигуївська районна лікарня, яку будемо укріплювати, знаходиться в важкому стані, потрібна допомога. Сьогодні залишили тут новеньке обладнання надсучасне, це рентгеноскоп, флюороскоп, а також апарат УЗІ. Це тільки початок, адже бачимо, що потрібно зробити комплексні ремонти. Тому наступного року заплануємо в обласний бюджет і будемо розпочинати комплексний ремонт цієї районної лікарні. Для Чугуївської ЦРБ, я вам скажу, це начало ери современних технологій в медицині. Юлія Олександрівна нам подарила цифровий современний рентген-апарат. У нас була система внутрибольнична комп'ютерна проведена вже давно. Мы начинали уже заниматься электронными карточками, новыми технологиями, но вяло до этого толчка и появления от Юлии Александровны рентген-аппарата. На сегодняшний момент уже он там 3 дня у нас как установлен и работает. Буквально за 15 дней мы грандиозный ремонт рентген-кабинета сделали со всеми требованиями и так далее. Включились в нашу сеть, поставили программу. На сегодняшний момент у нас уже работает телемедицина, которую мы сегодня постараемся показать. То есть пациенты сложные в диагностическом плане, непонятные, консультируются. С дерматологией, кожи вен мы онлайн по теле уже 2 года как бы общаемся и консультируем людей. Ну а самое главное, конечно, качество снимков на современном оборудовании. Мы будем сегодня демонстрировать Юлии Александровне ее подарок. Это, конечно, знаете, многие мои специалисты, я думаю, мы как дети радуемся этому, потому что качество ну, отличное. Более того, подсоединим к нашей сети внутренней, у нас уже не надо никуда бегать. То есть снимки сделали в рентген-кабинете, сразу же они передались на мониторы по отделениям, которые заказывают эти снимки, то есть хирургия, травматология. Это у нас уже все отработано. За эти буквально 2-3 дня мы уже радуемся. Аппараты, конечно, современные, эксперт класса, и мы успели в плане регулирования их работы уже оценить уровень и диагностической ценности, сравнить с тем оборудованием, которым мы пользуемся уже на протяжении многих лет. Но, конечно же, разницу мы ощутили сразу же с первых пробных снимков. И, кстати, рентген-обследованию мы подвергли, если можно так сказать, наиболее тяжелых пациентов, которые были у нас, и они находятся сейчас в больнице. В плане диагностических трудностей, которые возникли у нас, и, в общем, мы получили довольно неплохой результат, используя это оборудование современное. Мы им очень довольны. Я думаю, что по мере овладевания всеми опциями, которыми они обладают, мы будем иметь довольно-таки неплохие результаты именно в диагностике с выходом на лечебный результат.